И что вы скажете, канал помог наш? Ну да, я там узнала, что вот можно мясо пожарить в магазине, купить в частности. Ну и так по ценам как-то примерно поняла, ну, уровень какой. Ну, так что полезно, да, в принципе. По мясу, главное, что интересно, все говорят по мясу. Ну, а по... Да. Потому что это вообще фишка такая хорошая. Да. Берем помидорчики, парочку вкусненьких. Так, вот здесь берем три куриных ножки. И все у нас пожарят, да? Пожарят там, да? Пала. 4,05 евро. Так, здесь берем кукурузную лепешку. Хорошенькая кукурузная именно. 0,85 евро. Она подороже, чем обычный хлеб, но вкуснее. Здесь можно любые, но она вкуснее. Вот здесь вышли из магазина со своими покупками и заходим за угол, где мы будем давать жарить наши лепешки из курицы. Так, а здесь вот отдаем курочку. И нам жарят ее здесь бесплатно, да? Да, бесплатно. О, какой запах к вам, браво! Сколько ждем? 15 минут ждем. Вот здесь такая вот, смотрите, куплена в мегамаркете бесплатно растиламо. А теперь здесь 15 минут ждем, а вот здесь идем вот в этот овощной киосок и будем брать десерт. Грозди. Убираем грозди. Всего доброе. Сколько? Грозди 1 евро. Всего 1 евро, вот такой виноград. Килограмм. Все, хвала. Все, добро, хвала. Все, через 15 минут получили свою порцию. Так, дома начинаем стругать помидорчики. Главное, режем все крупно, по-черногорски. И здесь всегда крупными кусками все делаем. Перчик. Мы сейчас его не брали в магазине, но вчера его взяли. Три перца мы брали, за три перца заплатили 20%. Вместе салата тоже вчера брали, они где-то так, евро 10. Килограмм, тут тоже получил центов 30. Лучок. Соль морская, тоже с Черногорского побережья. И оливковая маслица. Эта бутылочка стоит 2 евро. Ну, она очень вкусная. Это девушка. Шаем. Теперь берем хлебушек кукурузный. Желтенький. Желтенький, вкусненький. Так, и теперь основное наше с мангала. Блюдо накладываем. Есть такое дело. Теперь салатик. Есть, эти блюда готовы. И завершающая деталь — виноградик. И вот такой быстрый импровизированный обедик. И курочки на гриле, салатик, виноградик. У нас получилось на двоих около 6 евро. Понятно? Приятного аппетита. Приятно, как говорят черногорцы. Привет всем, хороший канал, хорошая еда. Удачи вам.
оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Юнеч на YouTube и смотрите другие наши видео.